меня. Сегодня что-то во Владимире вообще дубильник. С утра было еще холоднее. Знал бы, одел бы вообще шапку теплую. Ну, в смысле, вязаную. А это у нас будет что-то типа предисловия. Мы снять решили это видео, потому что в интернете видели инсталляцию владимирских художников, что они делают в стенах домов такие, как бы это назвать? Вот ты бы как это назвал? Что они делают? Как правильнее сказать? Небольшие сценки? Ну, типа, да, типа, получается, такие сценки. И вот мы решили пойти поискать, где они. И вообще, это видео последнее с Серегой. Да, Серега? Ну, получается, да. Потому что у Сереги началась своя жизнь. Все. Когда он будет и в каком видео еще, мы даже сейчас примерно не можем сказать, потому что если он появился в видео, то все скорее это снято было ранее. Всем привет! Может, кто-то видел, что во Владимире есть инсталляции, делали какие-то ребята, и они их вставляли в стены домов. Вот мы две нашли, вот одна. Шварц, Брат 2, что там еще, Рэмбо. Ну, в общем, все как положено в 90-х. И не болтай, и просто поверь. Ну да, вот такая тема интересная. Ну, тебя, боюсь, будет плохо слышно. Ну, есть все, ты можешь. Ну, они играют, в общем, в Марио на каком Nintendo? Это Денди. А, Денди. Ну хотя Дэнди это в теории Nintendo, так что как бы. И Серега говорит, что вон там еще одна есть. Сейчас посмотрим, да, действительно. Но здесь какой-то непонятный чего-то, вон. Я не знаю, как это назвать. Полный андеграунд. Цирк, но без коней. Слушай, смотри, там диодик, возможно. Вечером там свет горит. Если они... Как будто на стене что-то рисуют. Да? Ну да. Вон, видишь, они у них это... Все, что надо, вон, у этого... Как это что-то называют? Я не знаю, как его называют. Ну ладно. От этого вот. А, валик ты имеешь? Да, валик. Я его вот не разглядел. Ну, интересно. Но их несколько раскидано по всему городу, где точно я сказать не могу. Да, может тут где-то что-то есть еще, но это маловероятно, что я со своим зрением вот так это все быстро найду. Если бы Серега ее не показал, я бы ее и не заметил. Вроде больше ничего нигде не наблюдаю, но если только вон Бухова Сабзырала и как его, второго как звали? Скорпион. Да, Скорпион и Сабзыра, вон Серега меня поправил. Они бухают. У него там, вон, у Скорпиона бухлишка стоит. Просто за этим не видно. Вон. Так что... Помню... Многие такие бывают. Такие. Жигулевская. Жигулевская, да. У него жигулевское пиво. Реклама жигулевского пиваса. По-другому не скажешь. Проверил, вдруг микрофон выключен. Я предлагаю походить здесь еще, посмотреть, может, еще что где увидим. Но это как бы не точно. Обещать мы... Никому ничего не будем. Если что-то найдем, то мы, соответственно, это запечатлим все. Мне бы, конечно, хотелось это все найти. Вот. К тому же, ну, пользуясь случаем, можно даже передать привет. Передать привет, да? Нашему подписчику, которому нравятся наши владимирские путешествия.
Серега, тебе привет. Вот такой большой. Да, привет Сереге от Серег. Не, по-моему, здесь больше нет. Либо, может, это где-то вон там еще что-то есть. Оно? Какой зеленый? Где? Где она? Я что-то не видел. Ты имеешь вот с этой стороны? Нет, но я не помню, была зеленая стена, нет. Да не, мне кажется, здесь нету. Ты имеешь в виду вот здесь? Ну пойдем, выйдем через эти ворота. Ну ты узнаешь местность-то, да? Хотя я это запикаю, нам за рекламу не платили. Не, здесь вряд ли. Я думаю, здесь нет. Если бы здесь было, то... Не. Ну, по крайней мере, мы хотя бы попытались найти еще. Ну да, что я хотел, я увидел. Ну что, куда мы пойдем дальше? Ну, вам Серегу не слышно, мы с ним рассуждаем, что нам делать дальше. О, сколько детей. Детей не снимают. Хотя это общественное место. Ну да. Ничего. Не знаю. Не знаешь? Я тоже не знаю. Ну, еще что? Все. Блины какие у нас есть? Сладкий суп. А, сытные я не видел. Так. Разница в том, что сладкие они, соответственно, с чем-нибудь сладким, а сытные они с такой всяким мясом. Короче. Да это понятно. Ты не знаешь, короче. В общем, и у нас 6. Mm-hmm. Видел 6. Ну вот. 1 сентября. Не спи, замерзнешь. Вот замерзнешь, вот скорее. Сгоришь. Ну не знаю. Сегодня что-то тут во Владимире вообще дубильник. С утра было еще холоднее. У меня просто уже башка замерзла в этой бейсболке. Знал бы, одел бы вообще шапку теплую. Ну, в смысле, вязаную. Ну ладно. Вырубай пока, сейчас проверим, работает, нет. Зато теперь можно ходить, комментировать, что хочешь, да? Вон, кто-то, кстати, птицу съел. Это, можно сказать, эксклюзив, блин. Недоеденный голубь. Где вы еще увидите такое, как не у меня? В истории, точнее. Зато тебя слышно не будет, если ты будешь что говорить. Короче, о, счастливые молодожены. Ну, все, я думаю, знают, что я могу по этому поводу сказать. Интересно, надолго у них это? Получается, я дорвался до Инстаграма, да? Пока у меня не работал нормально этот VPN, я особо-то сюда и не заходил. А тем более сейчас еще и микрофон есть, который ветер глушит. Потому что тут ветрище дует конкретный. Мне вот чисто интересно, как будет это все выглядеть в инсте. Ну что у нас? Что мы делать сейчас будем? Я буду переводить. Хотя все равно не слышно. В общем, мы сами не знаем.